Сберечь трудовые резервы. Благодаря поддержке правительства Самарской области на УАО «Авиакор» авиационный завод организовано свыше 500 временных рабочих мест. Эффективность программы дополнительных мероприятий в сфере занятости оценил Николай Козлов. В механосборочном цехе «Авиакора» идет работа по оптимизации производства. Отслужившее свой срок оборудование демонтируют. На смену ему идет современная техника. Айнур Зарипов в числе тех, кто вовлечен в этот процесс. До этого у меня были простои по работе, было маленькие простои. Сейчас я полностью занят все 5 дней в неделю. По зарплате я получаю то же самое. Я доволен. Работа по оптимизации производства финансируется областным Минтруда. По словам руководства предприятия, это позволяет сохранить трудовой коллектив завода в ожидании серьезных заказов. У нас наметились неравномерные загрузки по разным участкам. С тем, чтобы сохранить рабочие места, мы участвуем в этой программе. Значит, с мая месяца мы подписали договор по временной занятости. Сначала мы завели 458 человек. В дальнейшем мы увеличили это количество до 50-28 человек. Суть программы. Мы по 2 дня в неделю выводим рабочих на вот такие работы. В целом на программу она включает в себя 4 мероприятия. Это временные работы, опережающее обучение, социальная занятость инвалидов и стимулирование занятости молодежи. Нам выделено 796 миллионов рублей. В настоящий момент по всем 4 мероприятиям освоено 97 миллионов. В новом году предприятие приступит к выполнению госзаказа, а до декабря в рамках программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения «Авиакор» может получить еще около 23 миллионов рублей. Николай Козлов, Андрей Авдеев, Новости губернии.